Как вы чувствуете влияние темных сил? Нет? Как много в небе альбатросов, Колчак по морде бьет матросов. А в жилах стонет нежно кровь. И морковь. А ты такая, ты такая. Вот посмотрите, обратите внимание на лепнину. Спасибо. Давай, давай, обнимашки, да. Все, отлично, все, с Пусечкой поздоровались мои, идем дальше. Синий-синий и не лег на провода. В небе темно-синим, господи, как же он там орет, этот вот поливальчик. Синяя звезда, о-о-о. Какая была у меня трагедия, когда я выяснил, что это ни хрена не советская песня, а американская под названием One Way Ticket. Вот у меня очередной раз эта книжка замечательная, это один из героев нашего сегодняшнего повествования. Я вам хочу, соответственно, зачитать один отрывок. О, наконец-то он утих. По Лахтинской, мы до нее сегодня дойдем, можно было выйти на угол Геслеровского, ныне Чкаловский проспект, вот там вот-вот отходит, вот направо, примерно куда трактор поехал. И Зеленин улица, это там, где мы сейчас стоим с вами. Там стояла пивная, где веселилась и плакала людская, вот эта мещанская, все такое прочее. Посетителем пивной был в то время странствие по петербургской стороне и Блок. Он у нас привел обстановку пивной в первом действии лирической драмы «Незнакомка». Мы о ней сегодня будем говорить. Это самое по вечерам над ресторанами. То есть, по одной из версий, «Незнакомка» была написана на углу, вот прямо напротив метро Чкаловская в пивнике. По другой версии, это нам надо пойти по улице вот туда и дойти до набережной. И там вроде как стоял кабачина, где, соответственно, он эту всю историю написал. Неправильно мы с тобой начали, надо было нам туда перейти, а мы сейчас перейдем. Мы сейчас с тобой перейдем, давай. Да, я прямо так хочу. Ну, потому что вот он, пешеходный переход, просто не нарисован еще. Мы потом с тобой вернемся. У нас сегодня будет разговор про, в основном, про две личности. Это, собственно, адмирал Колчак. Как смотри, как здесь прекрасно все узенькое. Меня тут прям спросили, а человек никогда не падал спиной назад, когда меня снимал? Значит, Александр Блок и адмирал Колчак. Колчак, Батяня, Батяня, Колчак. Это, конечно, могла бы быть шуточка за 300, если бы она не стала шуточкой за 400, потому что в честь Колчака был назван в свое время остров. Он ведь был полярным исследователем. А потом этот остров стал называться именем Расторгуева. Ну, понятно, не того Расторгуева, о коем идет речь. Но, тем не менее, вот вам шуточка за 400. Да. И я не смотрел фильм «Адмирал» и не собираюсь. Я прекрасно понимаю, что это такая красивая сказка с, я так понимаю, не очень красивым концом. У меня есть рациональное предложение. Пошли вот не там, а вот здесь. Вот тут как раз припарковалась автомобилька немецкого производства, которая нам в этом поможет. Вообще здесь, по идее же, кстати, велодорожка обычно проходит. И в этой связи нас интересует вот тот вот дом. Второй от угла. Дом номер 3 по этой самой большой Зелениной улице. Который, кстати, вот сейчас, видите, он весь такой покрашенный и распокрашенный. А вот как он выглядел до этого, я вам сейчас покажу. Вот это вот с одного ракурса фотография. Ну и потом мы посмотрим с другого ракурса. Дело в том, что здесь в один прекрасный момент для одних и не очень прекрасный момент для других, прямо над входом, вот на том самом эркере, который, видите, произвели ремонт, и ремонт уже пошел лесом. Вот там на этом эркере вдруг появилась мемориальная доска. Причем, если на нее посмотреть, то эта мемориальная доска, в общем-то, и в то-то время не читалась. Я думаю, что со временем она вообще как бы перестала бы читаться абсолютно. Ну и на ней было написано, что в этом доме жил Колчак, это правда. Он там действительно жил. Доска, по-моему, не провисела и дня. Ее сняли, потому что Колчак был, соответственно, признан военным преступником. Войди здесь, мы устроим художественную съемку, ассоциирующую взгляд из-за решетки. Представим, что я Колчак, хотя, конечно, это очень сложно. Я боюсь, что если бы Колчак меня увидел, он бы, не задумываясь, отдал бы приказ о расстреле. Потому что он все это не любил. Он не любил демократию, он не любил революционеров. Ну, я не революционер, и никогда им не был и не буду. Но, тем не менее. Здесь мы с вами прервемся, потому что вот здесь стоит
мега красивейшая residence of style Europa. Даже не Europe, почему не Europe тогда, кстати? Вот только сейчас заметил Европа. Господи, эти лохи даже здесь напортачили. Ну, мало того, что эта хрень строилась, я не помню уже сколько, без году неделя, тут этот скругленный угол страдал. В итоге, смотрите, она построилась до сих пор за красивым серым забором, то есть не функциклейшн. Но нас интересует вот та вот фигура, я вам ее покажу в более увеличенном формате. Я, кстати, знаете что, я вот тут параллельно, чтобы потом не забывать, вам буду просто подставлять фотки, которые я сам же, собственно, и делаю. Вот этот наш прекрасный парень. Ну, вроде как август, а вроде как сентябрь. Эманация нашего президента прекрасного Владимира Владимировича Путина находится здесь. Пойдем. И который указывает рукой прямо вот на дом, где жил Колчак. Значит, история такова. На самом деле Колчак, он один действительно из выдающихся деятелей не только моря, но и полярных исследований. Он ведь на самом деле участвовал в экспедиции Толя. Они ходили там к открытию полюса. И, кстати, там уже на самом деле один из его сослуживцев написал про него стишок. То есть дело в том, что Колчак, он отличался такой не очень уравновешенным характером. Как много в небе альбатросов, Колчак по морде бьет матросов. То есть уже, как бы, ну, мне кажется, сказано о чем. Здорово! Здорово! Огонь, выглядишь вообще супер, да? Да ты тоже норм, да? Спасибо. Давай, давай, обнимашки, да. Все, отлично, все, с Пусечкой поздоровались мои, идем дальше. Обожаю местный контингент на Петроградке. Ну, я просто, вы можете посмотреть видео, где я с оранжевым иракезом хожу в свою бывшую коммуналку, которая здесь на Левашовском проспекте располагалась. И я, в общем, с этими Пусечками жил, строил их как мог, помогал. Вот Мишенька, царство ему небесное, кони недавно откинул, сюда идем. Которую я в больницу возил, привозил, и в деревню мы с ними ездили. То есть вот когда-то Колчак ходил через эту арку. Вот там был парадный подъезд. Вот это вот здесь вот будет черный подъезд. Да, то есть вот отсюда Колчак не поднимался. Отсюда поднимались всякие нелюди, вроде меня. Если бы я родился в то время, то наверняка бы обслуживал всяких господ. Если бы, конечно, мне удалось из деревни вырваться, что не факт. Потому что вырвался бы так еще... Неизвестно, кем бы я... Может быть, я работал мальчиком бы в лавке. Помните, да, профессия мальчик, профессия человек. Я каждый раз на экскурсии рассказываю. Вот здесь мы пусечек, конечно, наших не увидим. Они ближе к вечеру сюда сползаются. И вот тут вот прямо все усеяно ими и разговорами про все хорошее против всего плохого. Да, пойдем здесь... пройдемся. А, мы можем же пройтись через этот, через дворик, я вспомнил, да, через дворик. Ну и вот, и он добровольно, не то чтобы добровольцем, он просто попросился на русско-японскую войну, там отличился, попал в плен, кстати. Японцы с ним, кстати, очень неплохо обращались. И затем он оказался на Черном море. И там, вы не поверите, стал главнокомандующим этого самого Черноморского флота. Где мой этот ключик, шлючик? Нет, это другой ключик. Ну, сейчас нам откроют. Open the door, please. Здравствуй, собака. Двор удивительный, просто отсюда не войдешь, а с той стороны войдешь. Здесь совершенно потрясающий, ой, я опять начинаю употреблять слово потрясающий, да, совершенно потрясающий, почему потрясающий, потому что он потрясает. Construction имеется в самом центре, который мы сейчас вам покажем. Это такой домик, где приютили всякие метлы, ведра, и домик для кошечек. Вот видите? Это же прекрасно, я считаю. Особенно в такую погоду. И вот здесь, смотрите, киски.
лежать. И у них тут свой собственный домик. Здравствуй, киска. Вот. Она вот вышла из дома погулять. Да, и вот домик. Киса, 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 киса. Да? Хорошо тебе. Это мазер. Мазер. Я вижу сисечки. Сисечки я вижу. Сейчас я потрогаю за сисечки, потрогаю. А, поиграться хочешь? За сисечки и за сосочки. Хоть у кого-нибудь потрогаю. Так-то мне это не суждено никогда в жизни. Там случилось страшное, сгорел один из кораблей. Но Колчак, надо сказать, не пострадал. Император Николай II ему благоволил. И, ну, в общем, вот растет такой, живет выдающийся офицер морской, которому было, по идее, суждено взять Константинополь. Там разрабатывалась эта Дарданельская операция. Пошли сюда. И, ну, это вечная мечта, взять Константинополь. И, по идее, еще вот Милюков об этом мечтал, Павел Иванович, один из главных кадетов, несмотря на свою, так сказать, либеральную повестку дня. Колчак уже видел себя, ну, в данном случае не шашкой на коне, а там, я не знаю, с чем, на палубе корабля, входящем в Босфор. Но, как вы знаете, не срослось по понятным причинам, потому что в феврале царь отрекся. И надо сказать, что довольно долгое время там Колчаку удавалось поддерживать порядок на флоте, хотя что творилось в Петрограде, мне вам рассказывать. Абсолютно шли такие разборки между офицерами и солдатами, не в пользу первых. Там, смотрите, какая птичка красивая тоже наверху. Я сейчас ее тоже сфотографирую и вам ее потом подставлю. Птичка, птичка, невеличко. Да, и здесь мы, кстати, с вами сейчас будем тоже наблюдать массу всяких иллюстраций, потому что подходим к рынку местному. Ну и это просто такая, знаете, был мем того времени, да, здесь перейдем улицу, когда матросня подошла, соответственно, к нему и к офицерам сказал, чтобы они сдали свое оружие. И Колчак, у которого был кортик именной, он сказал, не вы мне его вручили, не вам его заиметь. Ну, и я так своими словами говорю. И выкинул в море. Ну, и это, соответственно, расползлось вообще по всем, короче, каналам информации. Он стал героем дня, king of the day, как это говорят у нас на Рязанщине. Вот здесь хочу показать вам вот этот рынок, вот с этого ракурса. Это сталинская конструкция. То есть, я вот когда здесь экскурсии вожу, каждый раз показываю, вот на кой хрен, ну, по идее, вот эти все колонны, портики, да, кессонированные, кстати, обратите внимание, арки, да. Это же, в принципе, утилитарное заведение, более того, с какими-то, прости господи, даже ритуальными коровьими головами там изображенными. Ну вот, понимаете, эпоха диктует. Хочу красиво, ну и получилось, соответственно, красиво. А вот здесь этого дома раньше не было. И я покажу фотку вот отсюда, вот примерно в сторону, да, стоит бочка с квасом возле Браунмауэра. И еще на месте этого дома была горка, с которой дети, соответственно, скатывались благополучно. И тоже виден этот самый рынок. Он в блокаду служил толкучкой. Я просто знал двух бабушек, которые конкретно здесь выменивали продукты на одежду. Ну, естественно, это все постройки не существовало в тот момент. И несмотря на то, что официально черный рынок был запрещен, но жить захочешь, как бы любые законы нарушишь. Понятное дело, сюда со всей петроградской стороны люди стекались, ну и шел такой товарообмен. Конечно, не в пользу тех, кто пытался продукты заиметь. А вот здесь довольно долгое время находилась так называемая стена плача. Я вам сейчас покажу тоже
фотографию, стоит бабушка, рассматривает ее. И это тоже повелось еще с блокадных времен, потому что здесь народ вывешивал объявления о том, значит, что и куда, и на что, и почему он, собственно, меняет. Да? Вот. Пошли дальше. Товарищ? Ну какой он товарищ? Если бы я его товарищем назвал, он бы меня тоже тут же расстрелял. Колчак, тем не менее, вот он, знаете, как-то приехал в Петроград уже и стал общаться с людьми. Выяснилось, что он абсолютный профан в политике. У Георгия Валентиновича Плеханова есть прекрасное воспоминание, где он описывает. Плеханов – это тот человек, который первый вообще у нас в истории Российской империи, в данном случае, в принципе, всей России, толкнул политическую речь у Казанского собора. Об этом есть мемориальная доска там висящая. Значит, он СДЭК, он социал-демократ. Они там, это тот человек, который в Воронеже, когда был раскол между народовольцами, ну, будущими, так сказать, народовольцами партии «Земля и воля» и чернопередельцами, он сказал, что единственное, чего вы добьетесь, это то, что у Александра Третьего появится, у имени Александра вместо двух палок появится три. Ну, собственно, так оно и произошло, да. И вот Колчак к нему приходит и приветствует его как представитель партии эсеров. Плеханов говорит, да я, в общем-то, не эсер, я вообще-то... Вы вообще знаете, что вот еще есть социал-демократы? Знаю, это такая партия, где одни жиды. Вот, вот чтобы вы понимали вообще, ну, как бы, ну, мыслительные процессы внутри человека, которого играл Хабенский, да. Там одни жиды в этой партии, это абсолютно было нормально в то время так изъясняться. Значит, что я хочу вам показать? Вот этот замечательный дом. Если посмотреть на него вот с общего ракурса, то мы не увидим здесь массу всяких интересных подробностей. Вот там наверху вот эти всякие рожи. Потом пойдем прямо под эркер зайдем. Тем более там висит мемориальная доска Плаксину. Ну, как бы для вас эта фамилия ни о чем не скажет, но людям, которые интересуются архитектурой, в частности Петербурга, она на самом деле говорящая. Вот, вот эти вот две рожицы мне нравятся. Мужчина и женщина. Мужчина с такими усами, такой гусар. И женщина так игриво на него смотрит. Ну, давайте уж так и быть. Я вам пока, вот сейчас мы просто поставим, раз мы сюда пришли, мемориальную доску, я вам подставлю парочку, соответственно, творений этого прекрасного архитектора. Но он не такой известен, как, не так известен, как там Лидваль или там, кто еще в то, Сюзор в то время творил, но тем не менее, почему бы его не упомянуть. Вот смотрите, какая дверь чудесная. Вот. И, в общем, когда Колчак вернулся обратно, выяснилось, что, ну, сорян, уже поезд ушел, и начинается самое настоящее брожение. Он свалил, отправился в Соединенные Штаты Америки. Он там был, затем пытался поступить на английскую службу. Это, кстати, многие офицеры так пытались сделать, и у него это даже... вроде как получилось. Так, мы сюда идем, туда-сюда. Тут такие улицы, Гатчинская, Лахтинская. Названные в честь понятно каких мест. Вот этот дом я очень часто показываю своим курсантам, но мне здесь сейчас придется опять перейти, потому что за деревьев нифига не видно на самом деле. Я всегда об этом рассказываю во время своих прогулок, про главные атрибуты, которые притягивают бабло, и здесь они у нас имеются в обильном просто содержании. Ну, тут у нас, видите, какая-то медуза Горгоны висит. Значит, ну, во-первых, вот там вот, вот с этой стороны, ой, раскупали. Сейчас буду тут картошку сажать. Рога изобилия присутствуют вот над этими, видите, из которых бабло на вас должно
течь. Дальше, ну, когда вы сдаете квартиру в этом доме. Дальше вот очень характерная деталь. Тоже всегда экскурсанты спрашивают, кто это такой. Ну, кстати, многие отвечают, что это у нас грифон. А почему грифон конкретно здесь? Потому что грифон на самом деле располагается на гербе дома Романовых. Это, кстати, вот сколько я не говорю, это многих удивляет. Ну, реально, грифон, да, вот герб Романовых, он с грифоном. Поэтому это, ну, такая вот немножечко они присосились. Почему-то... Хой-хой, да-да. Почему-то здесь опять-таки у нас находится... Вот видите, две змеи, это может быть кто угодно. В данном случае, может быть, это вот они так изобразили бога этого Гермеса Меркурия. Хрен их поймешь. Обычно его с этими, с крыльями на голове. Но это логично, потому что он же у нас бог торговли. А бог торговли, соответственно, приносит вам денежки. Вот. В итоге Колчак оказался на КВЖД, там была такая линия отчуждения возле этой китайской железной дороги. Ну, в принципе, вы знаете, да, что вокруг железнодорожной линии всегда идет какая-то полоса отчуждения, где запрещено всяким людям пребывать. И, соответственно, он отправился через Владивосток. Он хотел попасть на юг, где уже орудовал генерал Деникин вовсю. Да, во Владивостоке ему, не пришлось не по душе. Ему все пришлось, потому что там заведовали японцы, а с японцами он не сошелся. И он... Вот, этот сработал. Просто я хочу на секундочку просто вам показать, в каком виде раньше пребывали все эти вот прекрасные дома. Вот посмотрите, обратите внимание на лепнину, на вот эти, ну что, употребим слово потрясающее, да? Ну, вообще это, вот это называется каннелюры, каннелированные, это по сути пилястры на новом языке. Дальше у нас вот эти вот головки фигурные, ну-ка зажгись. Ну, понятно, что здесь очень много слоев краски на них нанесено, изначально оно... гораздо приятнее все смотрелось. Я не уверен, что это цветовая гамма была, потому что, ну, тем не менее. И двери, конечно, были другие, да. Вот мы сегодня дойдем там до одной двери, и очередной раз я поблагодарю нашего прекрасного человека, который в свое время в 90-е годы сходил и сфотографировал все двери. Вот, а мы с вами сейчас будем нырять во двор, но, по-моему, этот двор не очень интересный, мы будем нырять, наверное, следующий, если я не ошибаюсь. В общем, Колчак оказался в Омске, а в Омске, на самом деле, на тот момент была такая, ну, автономия, где заправляли эсеры в основном. То есть, когда мы говорим про оппозицию большевикам, все почему-то сразу представляют себе вот этих вот с эполетами, с аксельбантами офицерию. Нет, на самом деле, вот эсеры те же самые. Партия террористов, которая, ну, она на тот момент уже была не партия террористов, но имя они себе сделали именно на терактах, да. Самые известные – это убийство Сергея Александровича, великого князя, и министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеви. У них там, соответственно, своя уже почти республика, они захватили власть, потом к ним туда добавились в правление партия кадетов, конституционных демократов, потом монархисты. Здравствуйте, вот. Типикал Питер. Тут можно, кстати, так гулять, сяк гулять. Ну, пойдем здесь пройдем. И правительство стало править, потому что и кадеты поправили в какой-то мере к тому моменту. Кадеты, чтобы вы понимали, если вы вдруг не в курсе, это конституционный демократ, это одна, это главная либеральная партия тогда традиционной России. Ну, вот отец Набокова, допустим, один из главных их деятелей. И что там? Там почему-то, видите, в конце вот так вот очень красиво оформили. Потрясающий Дизиган. Вы посмотрите, какая прелесть, да? Вот такой двор, и в этом дворе, вот вместе с этой вот абсолютной
кривой щелью. Вот. Красота. Тёма Лебедев обкончался бы здесь, я думаю. Потрясающего дизайн-кода. Мне кажется, даже вот это, оно более выигрышно выглядит, чем вот то. Я там, кстати, вижу еще замечательный закуток, сейчас мы туда зайдем. СР же они стояли за учредительное собрание, то есть это некий демократический орган, выбранный со всей России. Вот смотрите, мечта советского человека, какая красивая лоджия. Сейчас мы пойдем вот туда, в уголок счастья, приносящий несчастье. И тут вдруг выясняется, что вот правительство правеет, и демократия это нафиг никому не нужна, все хотят диктатуры. А? Это же прекрасно. Динь-динь-динь-динь. Кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет? По-моему, у меня слишком маленький. Один-два раз уровень. Да, у меня слишком маленький. По-моему, у меня слишком маленький уровень и все остальное. Придется править уже на постпродакшене. Люблю этот двор. Очень петербургский. Но и сейчас мы с вами выйдем на ту улицу. Ой, какая чудесная, посмотрите, у вас футболка. Это же Ван Гог. Да. Да? А где вы ее купили? Starry Night. Starry Night, да. Ну, это наше отечественное или вы где-то в Европках загнивающих приобрели футболка? Нет, это производство Японии. Японское? Да. Ничего себе, вы то были... То есть по соглашению с MOM, Metropolitan Museum. Нью-Йоркским? Да. Ага. Значит, они... лицензировали нанесение рисунка на ти-шорт, то есть на футболку. Просто вот. Я как раз был в Metropolitan Museum и заметил, что там Ван Гог гораздо ярче, чем у нас в Эрмитаже. Я тоже там был. И заметил то, что то, чего, скажем, там у нас не ценили, ну, тех же передвижников, там, пожалуйста. А вы видели там картину Ван Гога, которая с двух сторон? Не помните такое? Нет, не видел. Нет? Там есть такой прикол, она двусторонняя, у него на холстов не хватало, и он с одной и с другой стороны, и это именно в Нью-Йорке, да. Ну ладно, мы тут просто рассказываем про ваш двор и про все остальное. Приятно, что вы в таких культурологических футболочках. Да, вы, сорян. И где теперь можно будет посмотреть? Канал Павел Перец на YouTube, набираете и все, и смотрите. Я тебе перезвоню. Вот. Хорошо, да. Павел. Привет. Да. Это вы же в этом же доме живете, где Мефистофель? Да. Да? Как вы чувствуете влияние темных сил? Нет? Их здесь нету. Вот видите, их здесь нету. Мы сейчас пойдем и удостоверимся в этом. Обещаю не ссать у вас в подъезде. Что-что? Обещаю у вас в подъезде не ссать. А, позвольте, тогда я сделаю. Да я не буду, ну что вы, ну мы сейчас войдем и выйдем. Мы с вами так культурно. Шутка ниже плинтуса. Да, да, такая это вот я такие шутки. Не, на самом деле, скажем, вы шутите так, как. Ну, не надо шутить, потому что жильцы периодически сталкиваются я знаю. С этой проблемой. Но я же не буду этого делать, вы же понимаете. Это сарказм. Россия и сарказм, это вот вы вот были в Нью-Йорке, а не понимаете этого. Вот это обидно на самом деле. Да, ну, пойдемте. Мы поговорили с человеком, который при виде нас решил, что не надо нам сюда заходить. Вот, смотрите, здесь какая есть чудесная картина. Мира. Наши любимые кисики, да. Но нас на самом деле интересует больше фасад, конечно, этого дома. Мы сейчас выйдем отсюда. Здесь, видите, сохранилась родная плитка на полу. Вот она.
древолюционный крепс. А суть истории в следующем. Значит, жил бы... А что он меня обманул? Это не тот дом-то. Я смотрю. А это не тот дом! Вы меня обманули! Что? Это не здесь же Мефистофель, он же дальше. Какой дом? С Мефистофелем. А, так я вас не обманул. Это 24-й дом. Это вот дом Соломи, это 28-й. Хорошо, я понял. Ладно, удачи. Не суть. Мы пообщались на... А я просто смотрю, что у меня в башке не складывается. То есть, как бы, ну, слишком мы левее заходим, а надо правее быть. Значит, суть в следующем. Значит, стоял прекрасный дом на улице Лахтинской, да, с... Саша мне написывает там в Телеграм. Пока не стали строить вот эту красоту небесную. Ну, в принципе, why not, как бы. А дом этот построен по проекту архитектора, про который мы еще сегодня с вами будем говорить, его фамилия Лишневский. Он вообще один из выдающихся и самых моих любимых архитекторов. В общем, вот выглядело это вот так вот. Ну, в смысле, сейчас оно выглядит, да, и там вот наверху ворон сохранился, а вот на месте вот этой тряпки красивой, зеленовато-грязной, да нет, это уж я подставлю. Там раньше был Мефистофель по легенде типа Шаляпин в роли Мефистофеля, но это вилами по воде написано, возможно, ну, музыки играют классические, возможно, это просто было придумано впоследствии. Ну и, соответственно, что... В какой-то, ну, Фонтанка Роба там подробно писала, в какой-то определенный момент по заказу некого безработного, бывшего бизнесмена, а ныне безработного, значит, он нанял верхолаза, которого там что-то там залил в уши, и тот пошел и сбил этого Мефистофеля несчастного. Тут были митинги, протесты, то все 5-10, вроде как должны его восстановить, вот вот он и не там. Понимаете, вот такая дивная история. А почему? А потому что вот... Причем конкретно этой церкви, ну, то есть она не восстановлена, она просто построенная. Но дальше там у нас есть действительно в углу с Малым проспектом дом, переделанный из церкви. Это правда. Такое, собственно, было, есть и будет. Очень интересно, и извините, я так скачу по темам, но мы еще про Колчака вам еще пару слов добавлю. Очень интересный дом вот этот, по проекту Миноша. Он чем интересен? Тем, что здесь у нас присутствует, помимо сов с абсолютно обдолбанными глазами, еще есть факт плагиата. В архитектуре это тоже бывает. Люди друг у друга тырят всевозможные мотивы. На Стремянной улице у нас есть дом по проекту Буберя, такое программное его произведение. Ну ты, тетя Мотя, нажми вот на эту, ну как ее, педалька называется-то, господи. Вот про этих птичек я вам хочу сказать. То есть это как бы копия, а я вам сейчас покажу, как выглядит оригинал на фасаде, соответственно, дома Буберя. То есть Миноша их просто подтырил благополучно. Вот, кстати, я всегда говорю про этот камень. Фига себе, действительно теплый, да? Я уже рассказывал неоднократно. Горшечный камень, его сонагреть. Кинуть кипящую воду, 24 часа потом отдать тепло. И вот видите, как он стилизовал под русские мотивы. Такая арка. У меня, кстати, есть ролик отдельный, ну, где я просто стою. И сходите, ссылку размещу внизу, где мы заходим прямо внутрь этого парадного подъезда. И, соответственно, там я тоже пару слов об этом рассказываю. Про некий немистический Петербург. И совершенно выдающийся... Конечно, дом Лишневского здесь на углу Ленина, бывшей широкой улицы, и Малого проспекта. Люди, которые ходят здесь просто, они не всегда даже обращают внимание на фасад, ибо он насыщен деталями, но эти детали не крупного объема. Они не читаются так, как скульптуры, скажем, на фасаде Елисеевского магазина по проекту Барановского, да, стоят такие чурки прям настоящие. Тем не менее, если внимательно приглядеться сюда, то мы увидим, во-первых, кисок, вот там расположенных, с
справа и слева. Ничего не видно? Ну, мы сейчас подойдем поближе. Люблю Петроградку за разряженный трафик вот в этих местах. Вот киски. Вот там киски. Киски вот здесь. Вот только они более такие злые. Чертополох нас встречает. Видите? Обратите внимание, что под эркерами. Тоже какие-то львиные рожи. Но самые, конечно, мои любимые вот эти вот хрюндели. Не сказать, что я себя чувствую. Да, это Сэ-Буан. Тут подразумевался, видите, даже некий герб. Маша, с этой стороны заходим. Маша, с этой стороны заходим, но Маша. И вот те, конечно, на втором этаже, видите, рожицы. Думаю, подставим их потом покрупнее. Сделаем. Давайте я зафоткаю, чтобы вам их можно было рассмотреть. Там еще сверху всякие мишки имеются. Посмотри на меня. Вот это и вот это я вам покажу. Фонари здесь сохранились еще той эпохи. Вот это просто застрелиться не встать. Но они, правда, не работают по понятным причинам. Да. И здесь я вам хочу показать фотографию вот того дома. Как он выглядел в ту эпоху. То есть видно, что он стоит такой одинокий, и рядом приютился маленький-маленький деревянный домик. То есть вот такая Петроградка была, петербургская сторона, довольно долгое время, пока, соответственно, ее не начали активно застраивать во второй половине, точнее, в первой половине 20 века. Ну, какой первой половине 20 века? Короче, в начале 20 века. Да, а вот здесь, в этот подъезд мы не пойдем, там ничего интересного нет. Здесь нас, конечно, вот по этим вот деталям по бокам угадывается та дверь, которая здесь раньше располагалась. Вот я сейчас поставлю фотографию. Смотрите, какая красота была раньше и какая отвратительность и бесповоротность стала сейчас. Мы сейчас идем сюда. Здравствуйте, здравствуйте. А вы, по-моему, ходили, что ли, ко мне? Или где-то я смотрю, знакомые лица. Ну, понятно. В общем, это Омске. Понимаю, начинает, понимать, что никакая демократия нам не нужна. Хотим чего-то такого. Да? И тут совершенно проездом приезжает Колчак. Понимаете, как бы Колчак. Это там на всяких югах эти адмиралы, генералы, а тут Сибирь, блин. А он адмирал, ну, нет, он тогда еще был не адмирал, он был вице-адмирал. Вот. Но тем не менее, вот я просто хочу вам показать изнанку этого дома. Как он выглядит снаружи, как он выглядит здесь. Ну и все, и там командующий войсками Болдырев такой говорит, у меня на вас большие планы. Его сначала ввели в правительство, сделали военным министром. Человека, который вообще никогда не командовал войсками. И про него вот другой генерал Будберг сказал, что он безвольный, бессистемный и беспамятливый. Ну, насчет безвольной я, может быть, еще можно было поспорить, но вот бессистемный – это абсолютная правда. Это про Колчака. Еще все замечали, что он такой, он дерганный, он очень нервный, импульсивный. То есть все, большинство решений он принимает как бы необдуманно. Все, он входит в это правительство, там сидят эти эсеры, которых он терпеть не может, да. И в итоге случается военный переворот. Колчака провозглашают диктатором, он говорит, что вот меня назвали диктатором, я этого слова не боюсь. Слово диктатура он не боялся. И это один из ключевых моментов эпохи. Дело в том, что ну вот, у красных существовала диктатура пролетариата, у нас до сих пор есть площадь диктатуры пролетариата возле Смольного собора. Здесь у нас скромное обаяние буржуазии. Мы с вами сейчас вот сюда зайдем на секундочку. Вот еще один. Посмотрите, какой потрясающий подъезд. К сожалению, испоганенный вот этими газовыми трубами. Обратите внимание на лепнину.
Вот это явно раньше было не закрашенное, как врач могу сказать. Вот характерное, да, всегда подчеркиваю, несмотря на то, что это такой очень блатной парадный подъезд, лифта-то все равно нет. То есть поднимаешься пешкодралом на самый последний этаж, куда мы с вами не пойдем, потому что времени мало. У меня, как обычно, буквально уже, наверное, минут через 40 экскурсия, мы идем от Горьковской, ну, правда, другим маршрутом. Ты наши хорошие. Здесь, я так понимаю, я должен, ну, то есть вообще раньше здесь вот сидел там, ну, не консьерж, а там этот швейцар, который вас встречал. Здесь вот был ковер положен. Мы идем дальше. По Лахтинской улице. Происходит переворот. Там еще был до Колчака такой тоже местный Наполеончик, который провозгласил один раз тост. Там же были представительства, на самом деле, иностранных миссий, которые помогали деньгами. Гришин Алмазов. Вот. Я помню, что такое смешное сочетание. Он сказал, что... Пойдем, вот еще Дорх хочу показать. Что не нужны нам теперь ваши союзнические деньги. Русские менее сейчас нуждаются в союзниках, чем союзники в русских. Потому что только одна Россия сейчас может выставить свежую армию, которая, в зависимости от того, кому она присоединится, решит судьбу войны. Вот посмотрите, какой чудесный двор они расписали. То есть можно же сделать бранмауры вот так вот, вот при желании. Это сплошная стена, чтобы вы понимали, да? А я, у меня есть телефон, я сейчас сфотографирую и покажу людям, как это выглядит. Вот и так. Я могу и сяк, я могу. И все у вас будет, в ажуре и в порядке. Колчак начинает с самой настоящей репрессии. То есть чудовищные вещи происходят в деревнях. Порят беременных женщин. Он выпускает указ, согласно которому, значит, всех коммунистов надо расстреливать, потому что либо мы их, либо они нас. Происходят карательные экспедиции. И вот эти сибирские крестьяне, которые сначала же, откуда там все эти эсеровские правительства, которые сначала подавили все большевистское засилие, они потихонечку начинают вставать против Колчака. Начинается красное партизанское движение, которое очень сильно повлияло. И Колчак начинает терять почву под ногами. Он там швыряет трубки телефонные. Вообще, на самом деле, по поведению, если честно, вот я не хочу никого оскорбить, он мне немножко напоминает Гитлера во время его агонии, когда наши войска уже подступали. Ну и ходил про Колчака чудесный стишок. Я вот вам сейчас хочу зачитать. Здесь мы с вами пристанем. Отрывок из книги другого про фашиста Краснова, но книга сама, тем не менее, неплохая. Называется «От двуглавого орла к красному знамени». «Эх, да шарабан мой, американка, не будь денег, продам наган. Идут девчонки, подняв юбчонки, за ним чихи грызут орехи». Где же оно? Где же оно? Где же оно? Шинель английский, мундир французский, табак японский, правитель омский. Вот. Надев корону, взяв булаву, правитель омский пер на Москву. То есть это намек на, соответственно, у нас Колчака, который существовал за счет многих иностранных денег. Чем он закончил наш Пусечка? Он растерял доверие очень многих своих даже приближенных, продемонстрировал... Еще же там был в чем замес. Маннергейм, когда Юденич шел на Петроград, Маннергейм предложил помощь Колчаку. Но Колчак сказал, что нет, Россия едино неделима. Это то есть вместе с Россией, с Финляндией и с Польшей.
Ну, мне Аргеев сказал, окей, я не пойду никуда. Ну и, понятно, и Петроград устоял. То есть абсолютное отсутствие государственного мышления. Ну, просто, ну, Финляндия и так отвалилась, да. Даже Ленин, он был более в этом деле продвинутый. Да, мы сейчас отдадим там часть территории, потом мы их обратно, может быть, присоединим, там Сталин этим занимался. Но, как бы, вот нам сейчас нужно срочно, как бы, закончить войну и прочее, прочее. И пока война шла, Колчаку бабки давали. А как вот Германия кайзеровская накрылась медным тазом, то все, поток денег перестал идти, потому что этот второй фронт схлопнулся. Зачем этим всем англичанам, французам помогать? Ну и Колчак стал, по сути, никому не нужен. Единственное, что у него был золотой запас. Его сдали же, на самом деле. Его, он сначала попал в плен в Иркутске к этим самым эсерам. А потом, через 18 дней, когда пришли большевики, они фактически его передали. И, ну, по одной из легенд его расстреляли на берегу, соответственно, Иртыша, а по другой версии прямо там в тюрьме его и грохнули, потому что подходили войска Капеля, которые должны были его освободить. Но я к чему хочу вот завершить? Дело в том, что вот проживи он еще дольше, и ведь реально, ну, не хочу никого оскорбить, мне кажется, это такое... прото-Гитлер, как бы, абсолютный. То есть он ненавидел демократию, он этого не скрывал, он считал, что только, как бы, верховная власть спасет. Нужно вот всех пороть, всех несогласных. Россия должна только расширяться, а не, так сказать, не уменьшаться. Ну и это был абсолютно не... Ну, вот бессистемный, понимаете? Вот Буберг. Бессистемный человек. Он был выдающийся морской, ну, деятель во флоте, но абсолютно никакой, как... верховный правитель. И оказался он там совершенно случайно, потому что, как сказал Аргунов, который тогда в Омске верховодил, он просто всех устраивал. Это как вот примерно как вот этот Михаил Романов, который тогда всех устраивал, и вот и Колчак всех устраивал, не был замечен никаких интригах изначально, просто мимо ехал и вот попал. То есть абсолютно случайная фигура, и это, кстати... Очень часто происходило тогда в «Белом движении». В принципе, ну, Деникин, ну, не то чтобы случайно, но тоже, как бы, если Корнилов бы не умер, то, может быть, и Деникина бы и не было, да, во главе войска. Деникин, кстати, присягнул Колчаку, потому что ему нужны были деньги. А деньги давали в основном Колчаку. А вот здесь у нас удивительное дело, незамазанная фреска. Что она тут делает? Дело в том, что здесь, на Лахтинской 3, жил Александр Блок. И если верить этой книжке, здесь он жил здесь в квартире номер 44. Цифру 4 поэт считал счастливой. Если верить этой книжке, именно здесь были написаны «Король на площади», вторая редакция, «Задумывалась пьеса «Песня судьбы» и «Незнакомка». То есть это гимн, хит, блокбастер серебряного века был написан Блоком здесь. Сюда он съехал с гренадерских казарм, где они располагались. Я показывал в своем выпуске про Нобелей. Ну и, собственно, у нас еще будет одна экскурсия, тоже от Горьковской до этих гренадерских казарм, только другим маршрутом, где я это еще раз покажу. Вот, посмотрите, такой вроде как кирпичный дом, но по характеру стен мы видим, что, наверное, все-таки с той стороны будет что-то более интересное. И оно действительно там будет более интересное, потому что это очередная у нас сталинская постройка, при том, что сейчас мы пройдем через огромную массивную арку с теми же самыми кессонированными сводами. Ну вот, казалось бы, в то время как людям негде жить, зачем такая помпезность? Но понты дороже денег. Нам надо показать красивый фасад. Понятное дело, что эти дома, они предназначались не для простой публики. И вот взгляните, да, на... Это же... фактически неоклассика начала 20 века, потому что те же самые, мать его, рога изобилия вот здесь вот, вот на нас смотрят. Хотя это, ну, извините, ну, победа коммунизма и социализма над всеми и прочими. Я просто сфотографирую, чтобы потом показать, если там сбоку будет не видно. Ну, то есть, при чем здесь рога изобилия? Ну, казалось бы, да? А вот там раньше, на углу, там была у нас...
башенка, которая сгорела. Это дом, кстати, по проекту Павла Юрьевича Сизора, между прочим. И здесь я нашел совершенно удивительные фотографии, причем одна сделана иностранкой, по-моему, финкой. Вот этот двор показан туда. Видно, что здесь раньше росло дерево, такой буквы «С», как его называли. И потом мы еще сделаем фотографию оттуда, потому что с тех времен этот двор видоизменился благодаря одному человеку, которого зовут Нельсон. Вот эта история здесь существует очень долго. Возможно, потому что она наклеена, не знаю, бумага. Потому что рядом вот здесь была надпись другая. Она присутствует на выписке только в Петербурге, такие надписи, где яйца кабана. Я ее очень люблю показывать. Ну и, кстати, вот сейчас мне очень жарко, надо сказать. Хотя вода в Финском заливе прогрелась, я сегодня купался, вообще не понимал, зачем мне ехать когда в Крым. Прекрасный сосновый запах на берегу и довольно теплая вода. Но иногда вот это вот было очень актуально. И вот этот знаменитый двор Нельсона, который возник благодаря инициативе одного единственного прекрасного человека. Нельсон, вы тут? Нельсон, здравствуйте, мы вам для кошек корм принесли. А, вы вчера... Да, можно вас на секунду? Да, пожалуйста. Я вызвал его, сейчас мы вручим. Прекрасно. Нет, там, кстати, уже не пахнет, как раньше. Нет, там очень даже мило. Здравствуйте, я понимаю, что вы все затрахали, но мы очередной блок наш снимаем по дворам, вот. Это вашим котиком? Ура! Да. Расскажите, как сейчас обстоит дело? Насколько я помню, вы говорили, что жильцы вам дали некую такую грамоту условную, да, что типа «живи, твори». Нет. Нет, не дали? Нет. То есть что, мы можем... А как девушку зовут? Ирина. Пойдемте, я, может, сыграю под гитару. Ну, давайте, пошли. Да? Вместе с котиками, да? Котиков возьмем? Пошли, сейчас нам песню споют. Ты мой хороший. Ты Милку взял? Да. Она не любит народ. Да? Ну что-то она вроде не вырывается. Она думает, что я хороший, а на самом деле нет. Ну, зато мы Милке принесли. Так, а вы же говорили, что вам выдали, вроде как сказали. Я ничего не выдали. Ничего не выдали? То есть что, мы можем потерять эту красоту опять? Запросто. Да? Поэтапно, наверное. Ай-яй-яй. Так сказал новый глава района. То есть он сказал, это все нафиг-нафиг? Он так не сказал. Он сказал, что мне вот самому нравится. Но очень много жалоб поступает. От кого? От соседей. От соседей? Этого двора. А что мне нравится, что вы здесь... Что здесь тусовки, люди ходят и днем, и ночью, снимают ролики, музыка играет. И, короче, они хотят спокойной жизни. А спокойной жизни не может. Ну, идите в новом районе живите, да? Ну, это повальная тенденция, я об этом рассказывал в своем блоге, да. Типа, что вам надо, идите отсюда, сейчас милицию вызову. Это она. Сколько вы тут уже живете? А что там так шумит? Это вентилятор. А. А, нет, это чайник. А, это чайник. Мы профилонили, он закипел. Да. Ну ничего, это же чай, который можно кипятить тоже. Как он называется, забываю все время. То песня? А песню я помню, только ее надо найти, а вот она. Ирина. Да! Итак, песня. Словно викторина, Ирина, словно вечный сон.
наверное, в этой лесной сказке когда-то был в нее влюблен. Ты окунала в свои чары, ты окунала в соль земли, и лишь такую на свете больше не найти. А ты такая, ты такая, а ты такая, как любовь. А ты такая, а в жилах стонет нежная кровь и морковь. А ты такая, ты такая, а ты такая, как любовь. А ты такая, а в жилах стонет нежная кровь. Ирина тайная доктрина, Ирина словно водопад, и в бесконечности вселенской плетется мыслями каскад. Ты пленила сверху горы, ты пленила все мечты, и лишь такую на свете больше не найти. А ты такая, ты такая, а ты такая, как любовь. А ты такая, а в жилах стонет нежная кровь. А ты такая, ты такая, а ты такая, как любовь. А ты такая, а в жилах стонет нежная кровь. Вообще огонь! Супер. Понравилось? Да. 60, представляешь? Да, я вижу Ирина, дальше Марина. Ирина, Марина, Мария, Маша, Надежда, Вера, Валентина, Галина, Саша, Александра, Валя, Мария. На все случаи, девушка, Вероника, как вас зовут? Александра? А можно вас, пожалуйста? Марина, София, Ульяна. Ладно, Нельсон, мы бежали. Да. Спасибо большое. Огромное. Надеюсь, что все-таки двор будет жить. Да. Да, пока я жив, жизнь будет все. Так, друзья мои, если вы как сюда сказал, приходите, надо вот этим вот ребяткам надо приносить корм, да, то есть приходите, пожалуйста, с кормом для кошек. Мы сюда пришли из рай. Вот святой человек. А вот смотри там кто. Ты такая, ты такая, а ты такая, как любовь. Посмотри, там ворона. Привет. Тебя как зовут? Не говорит. Он говорит, когда вылезает оттуда. Раньше здесь вот тут стояла композиция из «Жигулей». Ее разобрали, выкинули нафиг. Я когда в прошлый раз приходил, он говорил, что вроде как народ согласился, типа, живи. Но вот видите, все меняется. Я вчера здесь был, ну что, сидит он здесь в своем кресле, кто-то еще с ним сидит. Тихо, спокойно пьет винишко. Ну, возможно, эти люди разные. Мне бы вот этот человек не мешал бы, но я прекрасно понимаю тех, кто, как написали, невозможно слушать, как там, голос птиц. Это уже, конечно, не Нельсон, это уже такой, видите... Да, небольшой закос. Техника живописи отличается. Я как дипломированный искусствовед могу вам сказать. Да. Ну ладно, пойдем на Полозово. Здесь на самом деле дальше можно идти дворами вплоть до Петроградки. И у меня готовится еще один отдельный тур вот именно в том районе. Но это будет наше отдельное мини-приключение. Финализируя всю эту историю, я хочу сказать, что Колчак – это же такая инверсия вот этих, знаете, у нас до сих пор есть персонажи, которые типа «надо вернуть Советский Союз, надо все вернуть назад, мы вот всех сейчас нафиг присоединим». Но как бы а чем это отличается вот от Колчака? Ну, по сути. Вот ведь всегда, на самом деле, концепции, они меняются в зависимости от цветов чисто, ну,
поверхностно, а суть-то одна и та же остается. Поэтому сняли эту мемориальную доску, и, скажу честно, да и хрен ты с ней. Вообще ни разу не фанат ни белого движения, ни красного движения. Я, видите, я за любовь, за котиков, я вот за такие. Это, вообще, кстати, это же этот наш Биг Лебовски. Да. Это наш Биг Лебовски, это наша такая достопримечательность петербургская. И, блин, я бы его хоил или лелеял. Надо, чтобы к нему приехала какая-нибудь богатая тетка и зачала от него, которая рисует концептуальные картинки. Единственное, что он в боулинг не играет, но зато он играет на гитаре. Да, зато он играет на гитаре. Вот. Друзья мои, это наш вот такой, ну, как обычно, несколько сумбурный тур. Состоялся, почему он сумбурный, потому что не хватает вечно времени на жизнь, на все. Значит, я хочу вам напомнить вот о чем. Значит, первое, что есть книжки. Вот я обычно, когда экскурсию заканчиваю, я открываю багажник и говорю, кому книжки? Вот это сегодня буквально, ну, слушайте, я не читаю обычно отзывы, потому что, чтобы не превращать... ну, в такую доску самолюбования, вот это все. Но вот этот отзыв, знаете, я прочитаю. «Позвольте выразить благодарность», пишет, ну, кстати, я не знаю, кто это, как его зовут, Константин Бурмакин. Да, вот, в телегу мне чувак прислал. Спасибо тебе, Константин, очень приятно было прочитать. «Позвольте выразить благодарность за ваш труд в книге «Невский спирт». Это просто уникальный путеводитель, ничего похожего никогда не видел. Очень удобная категоризация по номерам домов и масса интересных фактов. Проделана, судя по всему, огромная скрупулезная работа». Это правда. Действительно, это все сделано для удобства потребления вашего. Очень дробленная верстка. Ну, потому что я долгое время работал главным редактором, и это такой, это журнальный подход, да, чтобы... Да, и конкретно вот это издание, это уже третье издание, оно еще, видите, что мне нравится, оно очень хорошо листается. То есть прямо огонь. Покупай, не скупись, налетай, живопись. Вот эта книжка тоже уже второе издание выдержала. Книга про пиар во время русско-японской войны, как Япония это все дело провернула. Тут очень много иллюстраций как японских, так и американских. Вот журнал «Панч». Да, вот они Китай делят. Ну, а вот эта вот актуалочка почему-то оказалась до сих пор. Книга «Корень» писалась с 98 по 2008 год, а читается вот сейчас прям, сейчас. Да, как сейчас. Ну, то есть, я не хочу сказать, что я там что-то предсказал, предугадывал, но ну, я творческий человек, что-то, может быть, попка у меня более чувствительная, чем у других, да, то есть я так вот сажусь и чувствую. Ну, а экскурсии у нас идут, собственно, пятница вечер, суббота, воскресенье день. Возможно, будет еще в четверг вечером. Поэтому, как бы, расписание на сайте. Очень часто спрашивают, зачем наушники. Наушники нужны для того, чтобы вы лучше меня слышали. У меня есть аудиосистема специальная, да. Причем даже два вида этой аудиосистемы. Я выдаю, соответственно, вам приемники. У меня передатчик. И вы не зависите от меня. Вы можете, соответственно, спокойно в любой точке меня слышать. Вот, поэтому смотрите это все, ссылки вот там. Ну а в конце, прежде чем я по традиции помещу некий наш проход со мной, поскольку мы говорили про гражданскую войну и поскольку мы говорили про Блока, то вот хит той эпохи, «Незнакомка», он уже звучал в прошлогодней моей проходке, когда мы говорили про Блока в районе Английского проспекта. Ну вот, если вам понравится трек, ссылка есть вот там внизу, он выпущен как сингл, это не часть альбома. По вечерам над ресторанами горячий воздух дико глух и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочный и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные острики. Над озером скрипят уключены и раздается женский виск. А в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск.
Ты каждый вечер друг единственный, в моем стакане отражен. И пламя терпкой и таинственной, как я смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов им вина берет и скричат. И каждый вечер в час назначенный, и лето только снится мне. Девичий стан шелками сваченный, в туманном движется окне. И медленно пройденешь пьяными, всегда без спутников одна. Дыша духами и туманами, она садится у окна. С траурными перьями и в кольцах узкая рука. И странной близостью закованный смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, течет и солнце вручено, и всей души моей изучены пронзило терпкое вино. Теперь страусы склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие бездомные цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю истина вине. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока.